Азербайджан и иранская государственная граница известна как граница дружбы и сотрудничества. Опыт взаимовыгодного сотрудничества азербайджанских и иранских пограничников является образцовым. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдулаева. Имеющие место время от времени нарушения границы и случаи контрабанды регулируются в рамках непосредственных контактов командиров на местах. Сегодняшнее заявление пограничной службы Ирана не имеет никакого отношения к азербайджано-иранской государственной границе, сказала Абдулаева. В корне неверно представлять, что Зангезурский коридор отрежет Армению от Ирана, добавила она. Азербайджанская сторона рассматривает свои границы с Ираном как возможность для дальнейшего развития торговли и сотрудничества. В результате оккупации Армении территории Азербайджана было прервано железнодорожное сообщение не только с Нахчеванской автономной республикой, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана, но и с Ираном. Зангезурский коридор является важным проектом, который еще больше углубит связи между нашими странами и сулит новые перспективы для регионального сотрудничества, подчеркнула Абдулаева. Азербайджан подвергся агрессии и оккупации. Армянская сторона с применением силы оккупировала 20% территории Азербайджана, в том числе 132 километров границы с Ираном. В течение 30 лет иранская сторона не высказывала никакого отношения к насильственному изменению границ. Адрес подобных заявлений, подобных тому, как изменение границ в регионе, наша «красная линия», озвученного Ираном, не ясен. Как известно, существуют форматы встреч лидеров Азербайджана и Армении в Москве и Брюсселе. Переговоры в этих форматах продолжаются. В рамках переговоров в этих форматах по обоюдному согласию сторон была учреждена Государственная комиссия по делимитации государственной границы и согласован ее состав. Считаем, что вопрос армяно-азербайджанских отношений, в том числе пограничный вопрос двух государств, должен решаться без постороннего вмешательства, заявила она. Подпишитесь на наш канал Budranews и будьте в курсе всех событий.